Борис Дубровский представит клуб губернаторов ШОС в столице Китая. Этот проект создан по инициативе главы региона. Он уже получил одобрение в Министерстве иностранных дел. Теперь идею руководителя области поддержал и новый генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. Нам очень приятно, что, собственно, вы сейчас уже так поддержали эту идею. И, пользуясь случаем, я действительно хотел бы вас пригласить к нам в гости. Идею создать клуб губернаторов стран ШОС Борис Дубровский озвучил прошлым летом в Москве на совещании с руководителями российских регионов. Там обсуждали укрепление и расширение сотрудничества со странами-членами Евразийского экономического союза. Инициативу губернатора поддержал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Клуб станет площадкой, где губернаторы смогут обмениваться опытом и идеями, по примеру встреч президентов. Для Южного Урала особенно важно в преддверии саммита ШОС и БРИКС, которые могут пройти в Челябинске в 2020 году. Сейчас регион борется за право их проведения. В ближайшее время Борис Дубровский проведет заседание комитета по подготовке к престижным мероприятиям. На нем обсудят организационные вопросы.